Всем здорово. Ну, давайте распакуем сразу и посмотрим. Так, ну, сразу видно по этикетке, что тут он указал реальную стоимость товара. Вот $12.75. Вес указал. Заказал его, значит, на Али. Так, недавно, месяц назад, я заказывал второй тип. И, если что, в конце видео можете потом посмотреть, тоже сравнить. Ну и вот это тоже самый популярный. И, значит, маркировка у нее идет TS-838. Ну, кто как называет. Ваттметр, энергометр, пауэрметр. Ну, вот видите, электрический энергиометр. Так, здесь также... Давайте посмотрим, что еще. Ну, в принципе, тут показано, вот, значит, жидкокристаллический экран, назначение кнопок и сама розетка. Все, давайте дальше открываем. В ходе я постараюсь рассказать полную информацию об этом устройстве. Так, здесь выпала, значит, вот такая книжечка. Это инструкция. Она, правда, на английском языке. На русском языке у меня тоже есть инструкция. Вы ее найдете в описании. Можете скачать ее бесплатно. Инструкция. Но я расскажу все своими словами. Все подключим, все настроим. Если что-то непонятно, вы можете всегда написать мне в комментариях. Задать какие-то вопросы. Техническую помощь я оказываю зрителям своего канала, тем более подписчикам. Так, ну вот видим, он сейчас он выключен. Здесь надо вставить две батарейки. Две батарейки SR44 указаны здесь. Значит, он рассчитан на максимальную мощность 3600 ватт. 3,5 киловатта. Так, вот здесь вот вытаскивается вот такая крышечка, и сюда устанавливаются батарейки. Так, подождите, я в коробке там еще заметил, что он мне кинул эти батарейки. Это он правильно сделал, я вообще не пойму, что они жадничают на этих батарейках. Многие жалуются, что за отсутствие батареек. Но включите вы в стоимость, чтобы человек потом не бегал, не искал. Но вот это SR44. Так, здесь также указана полярность. То есть плюс сверху. Так. Ну, запускаем. Так. Так, ну давайте, у меня сразу я скажу, разобью на три части обзор. Значит, в первой части расскажу, значит, его характеристики, назначение. Во второй части мы сделаем короткое испытание. И в третьей части сделаем разборку и посмотрим, нужно ли его как-то дорабатывать, модифицировать. Ну, часто бывает такое. Но это я скажу сразу, фабричный Китай, здесь нареканий не должно быть. Вещь надежная. И, кстати, я буду отслеживать эти ссылки. Если вы надумаете брать такой ваттметр, всегда будет лучший братовец, лучше с ценой. Если будут распродажи, какие-то купоны, все я буду оставлять под видео. Смотрите описание. Также не забывайте, что у меня есть в социальных сетях группа. Там тоже много чего интересного. Те товары, которые даже еще я не купил или только собираюсь, я все там публикую. В моих обзорах вы не найдете никакой там рекламы, все честные обзоры, все нормально с этим. Начнем с того, значит, название я уже перечислил, как они называются. Бытовой ваттметр, энергометр, просто ваттметр. Измеряет потребление электроэнергии любых бытовых электроприборов и отражает в реальном времени потребляемую мощность, стоимость потребления энергии, а также параметры электросети, такие как напряжение, ток, частоту.
измеряемые показания можно накапливать, и вы также можете определить, сколько электроэнергии потребляют ваши электроприборы за любой промежуток времени. Час, день, месяц. Оптимизировав режимы во время работы, сэкономите на оплаты за электроэнергию. То есть он первое, что дает. Что можно, к примеру, подключить? Подключить можно компьютер, оставленный вами на весь день работающий. Насколько экономичен купленный вами новый холодильник? Или может вам нужно эксплуатировать старый? Сколько реально стоит помыть посуду? Потребляет ли ваш телевизор электроэнергию, даже когда он выключен? С помощью него вы найдете самые большие потребители электроэнергии и сможете сократить свои издержки. Ну, давайте его разглядим, посмотрим. В общем, сам он по себе небольшой. Размер у него 14 сантиметров, ширину 6 сантиметров. Есть возможность установить два тарифа. Стоимость электроэнергии, дневной, ночной тариф. Встроенные батарейки сохраняют настройки. Встроенные батарейки позволяют сохранить настройки, накопленные значения, просматривать показания, производить настройку подключения электросети, программируемые функции предупреждения при перегрузке потока и мощности. Графический дисплей, первый ряд, нижний, показывает последние 7 дней потребления электроэнергии. Так, ну, быстренько по техническим характеристикам. Значит, работает рабочее напряжение 190-270 вольт, максимальная сила тока 16 ампер, максимальная мощность 3680 ватт. Диапазон измерений от 0,1 диапазон измерений потоку 0,001 ампера до 20 ампер. Диапазон измерения мощности от 0,5 ватт до 3600. Диапазон отображения по времени до бесконечности. Точность измерения в пределах 1%. Переходим, значит, к настройкам. Значит, у него здесь 4 кнопки. Нажимаем первую кнопку. Это окей, типа Enter. Вторая кнопка нам дает переключение в верхней части экрана, первой строки. Амперы, максимальные амперы, за весь период ваты, максимальные ваты, герца. Так, следующая косинус фи, тут он от 0,6, по-моему, до 1, это значит коэффициент мощности, который учитывает сдвиг фаз. Ну, допустим, если вы подключили какой-то электродвигатель, там всегда присутствует сдвиг фаз, и вот он это дело поправку вносит для более точного расчета. Так, теперь смотрим, здесь, значит, вторую кнопку зажимаем, это дисплей, это загорается вот эта средняя часть. Здесь можно, значит, установить время реальное. Чтобы его установить, надо нажать буковку Set и удержать 3 секунды. Видим, заморгало. Теперь мы можем, листая вот плюс и минус, поставить время. Устанавливаете время, часы, минуты. Все, и нажимаете ОК. Все, время сохранилось и пошел отсчет. То есть это надо один раз после покупки настроить время. Дальше смотрим. Следующее мы переходим киловатт тотал. То есть это будет все время накопленное. Суммарное количество киловатт здесь указано. Дальше констант киловатт. Вот здесь, кстати, можно поставить тариф. Значит, тариф. Это самое сложное при настройке. Сейчас я вам покажу. Смотрите внимательно, наблюдайте. Значит, переходим, кликаем также по меню. И видим, загорелся cost киловатт. В это время надо зажать set. И удерживать, пока не замигает. Вот, замигал. Значит, мы устанавливаем дневной тариф. Ну, к примеру, поставим 6 рублей днем. Киловатт, да? Далее нажимаем ОК. И нажимаем еще раз ОК. Теперь видим, что у нас появилась циферка 2.
вот здесь на дисплее. Значит, здесь мы можем вводить. Зажали, значит, set. Замигало первое это. Устанавливаем, к примеру, 2 рубля ночной тариф. И все окей. На этом настройка закончена. В принципе, теперь давайте включим. Так, подключилась, значит, чайник. Почти 2 киловатта. Итак, мы видим, 1 литр вскипятил я в чайнике, и потратили мы, значит, почти 10 копеек, 9 копеек. Так, ну все, тогда вытаскиваем. Видим, он также работает, отображает все на батарейках, все сохраняется, все работает. Так, ну давайте теперь по плану, значит, у меня разобрать его, посмотреть. Для этого надо открутить. У меня есть вот такой наборчик, отверток. Потому что я в отверстие заметил, там идет треугольное. Вообще, если это европейский товар или это клон европейского товара, они делаются с защитой, чтобы не, кроме мастерской, никто не лазил внутрь прибора. Так как прибор является очень опасный, он рассчитан на 220 вольт, и любителям не рекомендуется. Кстати, можно подобрать и обычную отвертку, ну вот, вот у меня вот такая есть, и она тоже заходит в треугольные пазы, и при желании можно открутить. Это не так удобно будет, как универсальным наборчиком отверток работать, но открутить можно. Так, вот выпали, вот о чем я говорил, надеюсь, вам видно. Вот тут треугольные такие пазы под отвертку. Так, дальше, чтобы открыть, надо расщелкнуть корпус. Ну, я обычно не сильно жалею свои приборы. Этот прибор я купил себе, и церемониться я не буду. Значит, с этой стороны мы видим плату, да, сам дисплей и зумер. Так, здесь видим сама вот такая розеточка. Здесь более-менее такие мощные провода идут. Так, если плату разглядеть, видно, что плата сделана качественно. Значит, тут конденсатор, конденсаторы. Ну, все нормально. Видно, даже подклеено везде термостойким таким клеем специальным. Шлейф такой. В общем, тут дорабатывать нечего. Единственное, я вам скажу, что есть любители настраивать свои электроприборы. Это тоже настраивается с помощью вот таких резисторов, кто не знает. Вот этот здесь можно... Значит, включить потребитель энергии, да, который эталонный, вы знаете, там 220 вольт там, или там сколько-то вольт у вас есть эталонных. И вы можете откорректировать вот этим переменным резистором, значит, вращая по часовой, вы увеличиваете против часовой, уменьшаете показания. Тем самым погрешность еще снижаете. Но это... уже на заводе откалибровано, и я как бы не советую сюда лазить лишний раз. Второй резистор, это значит сила тока можно откалибровать. От такого качественного производителя, качественный прибор, я не думаю, что надо лезть сюда и калибровать что-то. Все тут сделано правильно. Ну, значит, резюмируем. Значит, что он делает? Он подсчитывает ваши деньги, рассчитывая расход на электроэнергию. Как пользоваться? Пользоваться элементарно. Подключаете в розетку к стене, и он уже готов к работе. Переходите, покупайте, не пожалеете. Он сам себя окупит.